гражданский бюджет выделяется точно не для того, чтобы появился забор в детском саду. Ваша? Согласен с вами 100%. Потому что... Для этого есть управление образования. Да. Адика щечь фашист, думиваста, адика щечь трес факал. Цель пентураста, трес и критика, через ладнаши. Да, гражданский бюджет, потому что деньги ушли из того же управления образования для того, чтобы вы как будто там сделали забор. Но гражданский бюджет, в моем понимании, если захотите, перегрем отдельно, это проекты абсолютно другого характера, понимаете? Это абсолютно другого характера. Гражданский бюджет, это когда взяли, появились там какие-то там сигнализаторы на пешеходных переходах, условно. То есть то, что пошли, мы победили, сделали 200 метров забора в детском саду, ура, товарищи, пошли на выборы. А что нас мэр? То есть гражданский бюджет, это когда происходят какие-то вещи, которых нет. То есть где не просто пошли, купили еще одну интерактивную доску, а это сделали мы. Гражданский бюджет, это вот я работал с ребятами, и уже готово. Вот в тестовом режиме должны были вчера включить. Что-то они не звонят, кстати. Значит, компания, мы придумали, как решить проблему пешехода и в то же самое время водителя, чтобы это... уменьшить количество ДТП на пешеходных переходах. Понимаете, это там камера с радаром, направленная на автомобиль, чтобы за 50 метров включался там яркий голубой свет над пешеходной линией. Когда подошел пешеход, чтобы включилось, также он реагировал и на пешехода, вот этот датчик, не только на автомобиль. Потому что, понимаете, когда едет человек, и за 50 метров у него яркая белая полоса света перед ним, то этот водитель нажмет двумя ногами на тормоз. Я это как бы видел, как это происходило со мной несколько раз. И поэтому вот что такое гражданский бюджет. Когда предлагается то, чего нет в городе, ресурсные центры, IT-кружок, все что угодно с тем, что будет развивать. А давай купим еще одну интерактивную доску, гражданский бюджет. А давай купим 4 скумпарам патрусикри, шлидем дипломана. Вот мы подготовили 4 человек по минкам, понимаете?